Поздравляю всех с новым утром в сознании Кришны. На один день ближе к Кришне. Все могут чувствовать уверенность в этом следующем дне. Мы видим, что явно у Кришны будет что кушать. И слышим в какой-то степени. Мы сегодня продолжаем 30 главу Деяния Прочетов и 4 песни, текст 20. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Навьявадридая яджо. Навьявадридая яджо. Брахмайтад брахмавадибхи. Брахмайтад брахмавадибхи. Майтад. Намухьянти нашочанти. Намухьянти нашочанти. Намухьянти нашочанти. Нахришьянти ято гатам. Нахришьянти ято гата. Навьявадридае яджо. Брахмайтад брахмавадиби. Намухьянти нашочанти. Нахришьянти ято гата. Навьявадридае яджо. Брахмайтад брахмавадиби. Намухьянти нашочанти. Нахришьянти ято гата. Навьявадридае яджо. Брахмайтад брахмавадиби. Намухьянти нашочанти. Нахришьянти ято гата. Навьявадридае яджо. Брахмайтад брахмавадиби. Намухьянти нашочанти. Нахришьянти ято гата. Навьявадридае яджо. Брахмайтад брахмавадиби. Брахмайтад брахмавадиби. Намухьянти нашочанти. Намухьянти нашочанти. Нахришьянти ято гата. Нахришьянти ято гата. Матаджи. Намо ям ти на шо чанти.
Навьяват. Все возрастающая свежесть. Чувствуете все возрастающую свежесть? Хридае. В сердце. Яд. Как? Джьях. Всеведущая параматма. У нас по поводу вот этого джньо есть два варианта произношений. В самой Индии, на юге говорят гьо, в некоторых местах будут говорить джня, джняна, гьяна. И когда санскрит распространялся, то разделилось на две, разделение произошло на две группы, называется кентум и сентум. Мы принадлежим к сентум группе, потому что джняна у нас стало знание, джняна – знание. А они такими двумя рукавами шли. А когда оно пошло, вот южный рукав – это кентум, потому что у них джняна стала гняна, гносис и кнолидж. Так слово превратилось. То есть они в другом варианте произношения. Но это тоже слово, оба варианта даже в Индии являются приемлемыми. Ну, Прабхупад говорил гьяна. Гьяна. Брахма. Брахман. Этот. Этот. Брахмавадибхи. Теми, кто постиг абсолютную истину. На. Никогда не. Мухьянти впадают в иллюзию. На никогда не. Шоучанти скорбят. На никогда не. Хришьянти ликуют. Ятаха когда. Гатаха достигли. Переводы комментариев о божественной милости Шрилы Прабхупады. Это последний стих, который произносит Господь. Восьмирукий Господь Васудева, который пришел прачетам, очень довольный, с милостивой улыбкой. Пришел с милостивой улыбкой. И он им дал несколько практических указаний и несколько философских указаний. И мы в последующих стихах будем видеть, как они все это правильно восприняли. В следующих стихах мы видим эссе прачетов. Да? Когда происходит образование, то всегда пишут какое-то сочинение, эссе, и вот у них там стихов 10, их эссе. И вы можете заметить, что есть отголоски их понимания, как-то расширенное, дополненное, углубленное в чем-то. Они, вы можете видеть, что они пересказывают то, что им сказал Господь, но в применении к своей ситуации. Бхагаватам учит, как учиться и как учить. Правильно. Итак, перевод последнего стиха в указаниях, наставлениях и заверениях Господа Васудевы прачетам. Еще, прежде чем прочитаю, скажу, что перед этим он сказал, вы женитесь на прекрасной Прамлоче. И объяснил, почему, объяснил, как они потом будут наслаждаться, и как они потом будут иметь сильные чувства, неослабевающую силу здоровья. А потом рассеял сомнения. И вчера мы слышали, как семейная жизнь может быть свободной от рабства. Ниранджана Махарадж объяснял, да? Кто-то помнит как? Что, одним словом. А как?
непривязанность обрести? К чему? А к какому? Служению или Господу? Как? Кришне, окей, Кришне. А как? Шраванам. Слушать. Катху. Это, кстати, мне вчера Вриндаванешри сказала, что я пропустил два слова, два раза. Я потом прослушал и точно пропустил. Я пытался найти точно. Махарадж сказал, помнить про Кришне, слушая про него. А я сказал, просто помнить про Кришну. А он сказал, два раза сказал, помнить про Кришну, слушая про него. Очень важный момент. Действительно, здесь подчеркивается слушание, слушать, катха, слушать катху. Даже у нас в переводе это не так не отражено, потому что у нас переведено «прославляет», тогда как варта, «мадварта ята яманам» было сказано. Те, кто посвящают свои ямы, вот ямы, у нас есть ямы, у каждого из нас есть 8 ям, аштакалия лила, она посвящена 8 ямам в дне. Вот. И обычный человек, он в эту яму помещает всякую всячину, а преданный, он в каждую яму, в каждую восьмую часть суток помещает мадварта, новости о Кришне. Кришна-катху. Кришна-катху. Вот. И благодаря этому, благодаря Кришна-катхе, ну, естественно, не только говорит, хотя когда вам требуется говорить, то шанс того, что вы заснете, меньше всего. Случается тоже, но реже. Это как раз, кто же это недавно рассказывал? Ниранджана Махараджа сказал, что он помнит, и кто-то еще делился с ним. Он был пуджари, поэтому он заснуть прямо так во время пуджи не мог. Я знаю, по крайней мере, два случая. То есть это были на самом деле нередкие случаи. Он пуджари был, да, он вышел, и он увидел, что все сидящие погрузились в царство Морфея. И даже говорящий. Ну, а кому говорить? Ушел туда же. Ну да, ну раз слушатели ушли, так он за ними последовал. Ну это ладно пуджари, а то гость зашел в храм и увидел такую потрясающую картину. Сидит человек 10-15 в разных позах, погруженных в какое-то внутреннее состояние. А перед ними, значит, какой-то наставник тоже. Гость был под большим впечатлением, увидев происходящее. Так что бывает, да. Но реже, когда вы говорите. Поэтому, когда вы говорите, вы, конечно, тоже и слушаете, и помните, и никто не не учится лучше, чем тот, кто учит. Тем не менее, стих говорит именно про слушание. И мы увидим, там речь будет идти про слушание. Хотя слушание включает в себя тоже и пересказывание, как здесь мы увидим, прочитать и пересказывает услышанное. Таким образом, можно помнить про Кришну, и таким образом можно оставаться свободным от рабства, связанного с материальной жизнью, и от рабства, связанного со всевозможными привязанностями, которые, возможно, сопутствуют семейной жизни. И таким образом Васудев рассеивает опасения, потому что он сказал, вы будете 3000 лет царить, наслаждаться, и у них может остаться опасение. Как же мы же вот увидели тебя, самого Господа, и, а теперь вот что, мы же можем попасть в рабство, попасть под влияние материальной энергии, как цари, как семейные люди, как люди с хорошим здоровьем. И он их заверяет, нет, вы будете слушать про меня, и таким образом вы останетесь свободны от рабства. И это последний стих, он говорит, поглощенные служением преданные, что бы они ни делали. У нас тут что мы не делаем? Мы делаем, чистим морковку, чистим картошку, сидим, слушаем, перебираем лепестки, делаем гирлянды, смотрим в книгу.
кланяемся, поклоняемся божествам. Так вот, что бы они ни делали, Кришна говорит, постоянно испытывают все углубляющееся ощущение свежести и новизны. Здесь вы можете на меня скептически посмотреть, а кто-то может посмотреть в экстазе в соответствии с вашим личным опытом. Всеведущая душа, пребывающая в сердце преданного, позволяет ему ощутить эту свежесть во всем. Те, кто постиг абсолютную истину, говорят, что такой человек достиг уровня брахмана. Так человек обретает освобождение брахмабута и выходит из-под влияния иллюзии. Он ни о чем не скорбит и не ликует без особых на то причин. Все это свидетельствует о том, что он находится на уровне брахмабуты. Намухянти, нашочанти, он не впадает в иллюзию, не скорбит, нагрищанти, ятагата, не ликует, достигнув этого уровня. Комментарий. Сверхдуша в сердце преданного всячески помогает ему совершенствоваться в служении Господу. Всячески. Вот некоторые смеются, да? Испытали, что всячески может помогать разными путями. Некоторые из них более приятные, некоторые еще более приятные. У преданного никогда не возникает ощущение скуки и однообразия или ощущение застоя. Если в материальном мире человек начнет повторять какое-нибудь материальное имя, он скоро почувствует усталость. Это я знаю. Азбивити был преданный сейчас. Он и тогда был журналистом, и сейчас журналист. Сейчас он в Чехии живет. Ну, человек с богатым опытом, он подошел к преданным и не поверил. И преданные ему сказали, а ты проверь. А он говорит, а как? Он говорит, вот встань, иди сюда и повторяй. Кока-кола, 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 повторяй. Он повторял, 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 повторял. Ну, почувствовал. А теперь повторяй. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Он повторил и почувствовал. Огромная разница. Говорит, ну ладно, давайте ваши книги. Купил книги, стал преданным. Много лет уже. Да. Но Харе Кришна мантру можно повторять сутки напролет, не испытывая усталости. Я вчера жаловался Махараджу, что мне сложный стих попался. Не испытывая усталости. Постоянная новизна и свежесть. Засмеялся, сказал, что я должен опоздать. Войти, протирая глаза. Несколько раз зевнуть. Чтобы... Ну, есть разные уровни продвижения по этому прекрасному пути. Но можно. Можно повторять сутки напролет, не испытывая усталости. Бхактивринга Говинда Махарадж рассказывал, как он его пригласил на ночь Экадаши Акиншина Кришнадас Бабаджи, друг Шрилы Прабхупады. И это было, причем даже там какой-то брахмачари спал у них, и поэтому и пожаловался на свет, что не характерно для индийских брахмачари, что ему свет мешал вдруг. Вот, и они погасили свет, и Говинда Махарадж сказал, ну все, теперь все, и тот целую ночь я точно засну, а тут еще и без света, ну все, я пропал. Но говорит, что в обществе Акиншина Кришнадасова, который был настолько привержен святому имени, вкус святого имени был настолько сильным и глубоким, что всю ночь они в полной свежести повторяли святое имя без какой-либо усталости. То есть можно, можно. И чем больше мы повторяем мантру, тем свежее становится наше ощущение.
Шрила Рупа Госвами говорил, что будь у него миллионы ушей и языков, тогда он смог бы по-настоящему ощутить духовное блаженство, которое приносит повторение Хари Кришна Махамантры. Ему там столько, что одного языка мало. Вам мало одного языка и двух ушей. И для возвышенного преданного все является источником вдохновения. Для возвышенного преданного все является источником вдохновения. Знакомо, да? В Бхагавад-гите Господь говорит, что находится в сердце каждого и помогает живому существу забывать и помнить. По милости Господа на преданного нисходит вдохновение. Тешам сатата юктанам баджатам бридипурвакам дадами буди йогам там енамаму паянтите. Тех, кто постоянно служит мне и поклоняется мне с любовью, я наделяю разумом, Будда-йога, который помогает им прийти ко мне. Гита 10.10. Как уже было сказано, тех, кто занят благотворной деятельностью в преданном служении, кушала карманам, ведет по жизни свердуша, названная в этом стихе Всеведущий, Гья, поскольку ей известно все – прошлое, настоящее и будущее. Искреннему, чистому преданному сверхдуша дает наставление, следуя которым он все ближе подходит к верховной личности Бога. В этой связи Шрила Рупа Госвами говорит, что сверхдуша, полная экспансия личности Бога, пребывает в сердце каждого живого существа, но только в сердце преданного Господь проявляет свою чудесную способность к постоянному самообновлению. Вдохновляемый им, преданный испытывает непрерывно возрастающее трансцендентное блаженство от служения Господу. Дается решение, явное и неявное, вложенное друг в друга на разных уровнях и продемонстрированное в этой истории, опять же, на разных уровнях. Сколько раз прочеты в этой истории выслушивает наставление. Кто первый был? Вот два, да? Кто первый был? Шива. Хорошо. Кто второй? Отец. Ну, да, отец им сказал. Причина Барыша, да? Что им сказал отец? Он им сказал жениться. Да? Он сказал им жениться. И куда они отправились? Не на дискотеку. Они отправились даже не в лес, а на дно океана. И 10 тысяч лет прилежно совершали аскезы. Да? Но им же сказали жениться. Правильно? Поэтому нужно совершить аскезы, чтобы женитьба, свадьба и семейная жизнь была успешной. Правильно? Так мы мыслим в наши дни. Бориджан Прабу шутит, говорит, что раньше аскезы совершали до... Ну, а кто не сделал их до, тот уже по ходу. Пусть не жалуется. Но в Бхагаватам снова и снова мы видим, кому-то говорят жениться, куда они идут? В лес. Сразу. Аскезы. И по дороге им встречается Господь Шива,
И 24 глава, песня, воспетая Господом Шивой. Несколько раз говорится, что каждый, кто ее повторяет, у того будут исполнены все желания. Ну и даже просто тот, кто слушает про этих преданных царей, достигнет всего успеха в этой жизни, избежит всех препятствий в этой жизни, обретет все необходимое, а в конце, вот я прочитаю, каждый, кто слушает эти повествования о царях преданных, безраздельно преданных Верховной Личности Бога, обретает, что вы обретаете. Так, вот список. Первое. Аюр, долгую жизнь. Долгую жизнь имеется в виду здоровье. В минимально необходимом количестве, чтобы дожить до смерти, которая вас переведет к Кришне. Ну, или больше чуть-чуть, там сколько. Раз, да? Второе. Богатство. Не против, нет? Хорошо. Доброе имя. Аюрдханам Яша. Доброе имя. Удачу, свасти. Гатим. И, наконец, возможность вернуться домой к Богу. То есть просто придя сюда на лекцию, вот результаты, которые Шримад Бхагаватам обещает. Итак, они услышали песни от Господа, наставления от Господа Шивы, это раз. Совершили аскезы на основании этих аскез. Затем, благодаря этим аскезам, они получают даршан Васудевы, два. И Васудева сейчас им дает наставление. Ну, дает практические наставления. Женитесь и царите, правьте. И также и духовные наставления. Хватает несколько стихов, и он им объясняет, как эта семья может быть свободной от рабства. Семейная жизнь может быть свободной от рабства материальной энергии. Как, опять же? А? Слушать Кришна-катха. Кришна-катха. То есть слушать Кришна-катху, благодаря Кришна-катхе можно быть отрешенным от двойственности материального мира, и благодаря этому можно сосредоточиться на Кришне. Таким образом, это не будет связывать, и наоборот будет вести нас к Кришне. И затем они это делают, сейчас они повторят эти наставления, затем они приступают к своим обязанностям, как цари и семейные люди. Они не сказали, что зачем нам это нужно, не бросили свои обязанности. Но в конце жизни они в третий раз совершают аскезы, в третий раз задают вопросы и просят наставлений, они принимают руководство Джаджали Муни, и благодаря этому они обретают общество в 31 главе, кого? Нарада Муни. Нарада Муни. И Нарада Муни в третий раз их наставляет, освежает в их памяти все их знания и дает им возможность уйти в духовный мир с радостью и вдохновением в полном сознании Кришны. Это классический сюжет, когда на пути к духовному совершенству человек проходит через три шага, три уровня или три перехода. Три раза человек пытается оставить прошлое материальное существование и перейти к новому уровню, на духовном уровне. И каждый уровень может в чем-то быть похожим, в чем-то отличаться. Мы видим Прохлад Махарадж три раза с Хираньякашипу сталкивается. Ну, это классический три раза. Здесь у нас тоже есть три раза. И в 31 главе очень красивое наставление прочитав. Итак, совет, который им дает Васудева, это слушать про Кришну. И прочитав в своем ответном эссе, в котором они подтверждают свое понимание,
в 30, они прославляют Господа, они просят благословения. Главное благословение, которое они просят, это как пчела попасть в лотос стоп Кришны, Васудевы, и больше оттуда не уходить, быть плененным ароматом и вкусом качеств Кришны, сладостью стоп Кришны. Но затем они говорят, у нас есть еще одно желание, о котором мы хотим попросить. Они объясняют, да, мы будем слушать, но говорят, у нас есть еще одно желание. Васудева говорит, сколько угодно, просите, сколько хотите. Вы в начале, несколько стихов назад, он сказал, я очень вами доволен. Почему он сказал, я очень вами доволен? Кто помнит? Прачатами. Почему Кришна очень доволен? Дружны. Они дружны. Их 10, они как один. Они очень дружны. И более того, он сказал, что каждый, кто вечером будет их вспоминать, тоже обретет дружелюбие ко всем живым существам. Харе Кришна. Он дает благословение. То есть тут у нас заложено огромное благословение. Каждый, кто вечером их вспоминает, обретет дружелюбие ко всем живым существам и братские отношения к своим близким. И он предлагает им попросить сколько угодно благословений, он очень ими доволен. Он пришел с сияющей милостивой улыбкой. Конечно, во всех описаниях Кришна приходит с улыбкой, и все образы Кришны всегда во всех местах Шримад-Бхагавата, и Кришна, и Васудева, и Нараяна, объект медитации йогов, всегда описаны улыбающимися. Всегда описаны улыбающимися. Наш Бог не... Иногда у нас есть такая сложность, что мы переносим какие-то прошлые впечатления, прошлые концепции о Боге в нашу жизнь в преданном служении, и мы думаем, что Кришна там такой сидит, скривившийся, и такой смотрит на нас. Ну, ты вообще... А Ачаман сделал, Ачаман, ой-ой-ой, а тут, ой-ой-ой, ух, ну сейчас, чем в него запустить, ух, я сейчас в него как, что-то в него надо как бросить, чтобы... Да, есть такое впечатление, да? Так. Мы думаем, ой, Кришна там такой недовольный, только и ждет, чтобы как-то нас... бросить и не конфеткой, а чем-то камнем каким-то, или молнию такую там у нас. Но если вы посмотрите, все описания, Кришна, он всегда милостив, непременно. Он всегда улыбается, непременно. И в первой песне Шридхар Свами объясняет, что милосердие Кришны, милосердие означает, что он не в состоянии вытерпеть страдания других живых существ. Он, для него они невыносимы. Поэтому он прилагает все усилия, чтобы не насилуя, не лишая живое существо свободы выбора, тем не менее вдохновить каждого вернуться на правый путь, вернуться на путь в духовный мир, где мы можем быть счастливыми. Важный момент. И через несколько глав мы видим, Нарада Муни повторит этот момент, с которым тоже связано одно важное благословение. Поэтому Кришна говорит, да, просите, пожалуйста, еще благословение, сколько угодно. Они говорят, нет, сколько угодно, не надо, нам одно. Только одно. И какое одно благословение они просят. И это благословение, оно, это благословение, которое на самом деле объемляет все предыдущие наставления, и которое делает все предыдущие наставления возможными. Какие у нас были предыдущие наставления? Самое главное – помнить Кришну. Это мы знаем, да? Суть всех предписаний. Помнить Кришну, не забывать Кришну. Но для этого... как я вчера забыл перевести, нужно слушать про Кришну. Да? Но, ну или, скажем, говорить. Но когда мы говорим, мы тоже слушаем. Да? Но для всего этого
требуется самое всеобъемлющее благословение, которое вмещает в себя все эти благословения и намного больше. Что это за благословение? О чем просят десятеро прочетов, стоя перед самим Господом, который радостно улыбается и предлагает им попросить что угодно, о чем угодно. Он уже их сделал императорами мира, здоровыми, счастливыми 3000 лет, и все хорошо. И уже пообещал, что они вернутся. О чем они его просят? Это первое, да. Вот. А потом они говорят, вот еще, да, да, вот это мы попросили, что еще? Вот твои стопы, что еще просить? Ну, говорит, ну, на самом деле есть одно еще благословение, которое мы хотим попросить. И о чем они просят? Что может быть выше благословения лотосных, обрести лотосные стопы Господа? Вот, да. Вот они говорят это в 33 стихе. Явате мая яс пришта брахма майха карма битават бхават прасанганам санга сянно баве баве. Говорят, что сколько бы мы тут ни находились в этой вселенной, они даже не просят про освобождение. Мы просим, чтобы мы могли общаться бхават прасанганам, с теми, кто очень к тебе привязан, с теми, кто слушает и пересказывает повествование о твоих играх. Где бы мы, и чтобы твое благословение оставалось с нами жизнь за жизнью, в каких бы телах и на каких бы планетах мы ни оказались. Затем следующий стих, очень известный, который у нас в Бхагаватам звучит снова и снова. Это один из немногих стихов, которые повторяются раза четыре в Бхагаватам. С небольшими, иногда маленькими вариациями. У нас есть один стих, который пять раз буквально повторяется в Бхагаватам. А этот стих повторяется раза четыре, но тот пять стих буквально и, наверное, раз десять не буквально, 10-15 в пересказе. А этот стих тоже где-то буквально повторяется раза 3-4, ну и не буквально повторяется раз 50 в Шримад-Бхагаватам. Недословно. В первой песне он у нас звучит. Тулая малавена пи на сваргам на пунарбавам. Бхагават санги сангася мартья нам кимуташиша. Слово в слово повторяется этот стих у нас в 13 главе первой песни. И этот стих произносит Юдиштира, обращаясь к Видуре. И что говорит этот стих? Этот стих говорит, что тула лавена, лава, одна частичка секунды не сравнится. Одна частичка секунды общения с вами, с преданными, не сравнится ни с райскими планетами, ни с освобождением от материального существования. Что уж говорить про какие-то чувственные наслаждения, там какие-то мерседесы, лексусы, дворцы и власть. Фу. Одна частичка секунды не сравнится. Почему? Они тоже даже объясняют. Очень известный красивый стих. Я трейденте катамришта стришная прашамоята нирвайрам ятрабхутешу но двиго ятракашчана. Когда перед ятра, там где? Вот там, где преданные почитаются, там происходит поклонение сладким темам Кришна-катхи. И когда происходит это поклонение сладким темам Кришна-катхи, то тришная прашамо, все материальные устремления умиротворяются. Один результат. Нирвайрам ятрабутышу, в этих местах, где происходит поклонение сладким темам о Кришне, нирвайрам, все участники обретают свободу от любой враждебности
к живым существам, дружелюбие ко всем живым существам. И прочеты, хотя они уже вроде бы очень достигли высокого уровня, тем не менее они упоминают это как очень важное благословение. И нодвего ятракашина, никаких беспокойств. Человек свободен от всех беспокойств. Становится свободным от всех беспокойств. Вчера, если вы помните, Ниранджана Махараджа объяснил, в чем причина беспокойств. Кто не может избежать беспокойств? Тот, кто привязан. Да, тот, кто привязан. И в пятой песне, в первой главе, в шестом стихе, Шрила Прабхупада объясняет важные отличия между привязанностью и affection. Ну, любовь мы обычно переводим. Но у нас любовь – это очень такое громкое слово. А в английском affection – это более мягкое. Как это перевести лучше? Affection. Благосклонность, любовная расположенность. Окей, любовная расположенность. Потому что Приеврата провел его и вернули из гор. Утанапада ушел в лес, править было некому, пришел Ману, пришел Брама, попросили его стать императором. Он стал императором. И говорится, что в своей семейной жизни он проявлял любовную расположенность к членам семьи, но не привязанность. И это очень сложно разделить для нас, потому что мы часто думаем, что непривязанность означает отвергнуть, то есть жесткость. Да? Но Прабхупада говорит, это не одно и то же. То есть любовная расположенность должна быть, она не противоречит, ни в коем случае не противоречит принципам преданного служения. Любовная расположенность, среди всего прочего, к членам семьи. В первую очередь к близким, естественно. В первую очередь, потому что они зависимы от нас. Но без привязанности. Тогда как мы обычно путаем, наоборот это делаем. Мы любовную расположенность отвергаем, майя, иллюзия, да. А привязанность, считай это привязанностью, а привязанность мы сохраняем. Что такое привязанность? Они должны. Муж должен, жена должна, дети должны. Мы привязаны к их обязанностям, к тому, чтобы они исполняли свои обязанности по отношению ко мне. Они должны. И поэтому, естественно, не избежать. В таком случае неизбежны тревоги, беспокойства и волнения. Невозможно быть свободным от тревог. То есть привязанность, вот что предосудительно, это желание как-то контролировать, наслаждаться, эксплуатировать, использовать, получать плоды. Вот чем мы должны пожертвовать. А чем не нужно жертвовать, это вот любовным расположением. Потому что это не противоречит, ни в коей мере не противоречит духу преданности, духу преданного служения, когда мы служим. 5.1.6 Прабхупада объясняет. Это первая ошибка каждого трансценденталиста. Арджуна демонстрирует ее. Царство мне не нужно, и поэтому гори оно все синим пламенем, я пошел в лес. Ничего не получится. Ты должен отказаться не от обязанностей, а от привязанностей. От привязанности к плодам. И для этого, вот прочеты мы видим, они просят благословить их тем, чем благословлены вы все уже. Я помню, я переслушивал лекции Буриджана Прабху по 10-й песне Бхактивиданта. И Буриджан Прабху предлагает, вот куда бы вы хотели отправиться в момент смерти? И я так, ну, первая моя реакция была, кто меня будет спрашивать? Потом я подумал, подожди, ну, у всех спрашивают, если не самый тяжкий грешник. Даже у грешников иногда мы читаем, спрашивают, да, сначала то или так. Вот, а о преданных и говорить нечего. Ну ладно, если спросят. Ну потом, если спросят,
Ну, линию партии мы знаем. Что надо сказать, если спросят, куда нам надо, куда мы хотим после смерти? Голока Вриндавана! Правильно? Линию партии мы знаем. Хорошо. Ну, а на самом деле, ну ладно, Голока Вриндавана, это далеко и очень возвышено. Может, я еще туда не заслужил. А куда вот, если не там? Если, скажем, не... Вайкунта тоже линия партии, что... Ну, не говоря уже про другие там места. А вот если не туда, то куда? Вот здесь, а? На Двиеву, общество преданных. И вот я так стал перебирать. Вот куда? Ну, райские планеты, ну да, там мы уже слышали, там есть свои минусы. А, гирлянды вянут, да? Последний год. И остальные вещи там всякие. Ну, зато есть там планеты сидов, чаранов, да, мистиков. Это же здорово. Нам. И там раз, и джапу возле Говардана. На лекцию раз, и в Майяпур послушал. Да? Потом на киртан, и там, где там у нас киртан мела проходит? Где-то в Германии, по-моему, да? Потом на прасадам. Кто куда там, да? Где вам больше нравится? В Днепропетровский кафе Говинда. И так далее. Удобно, правда? Но я так подумал, если там на эту планету сидов и чаранов, то это мне сейчас кажется, что это так здорово, да? А там, если это просто обыденность жизни, то в этом нет ничего особого. Там все это делают. И ну, у вас что-то такое в жизни было, что вам хотелось, вот, если бы, а потом оно, вы его получаете, проходит какое-то время, и оно становится чем-то таким привычным, совершенно, даже наоборот, вызывает раздражение или скуку, или разочарование. Было у вас, да? У кого было такое в жизни? Значит, я не один такой, да. Значит, это не является абсолютным благословением. Это относительное благословение. Если там покрасоваться перед другими, то да. А если у всех такое, и это каждый день, то ну, а что тут? Ну, ничего такого особенного. И я так думал, и потом понял, что есть единственное благословение, которое абсолютно в рамках всех миров. Это в обществе искренних преданных погружаться в Кришна-катху. И мы видим в Бхагаватам снова и снова. Просят преданные самого Кришну. Лицом к лицу с Кришной, стоя лицом к лицу с Кришной, просят про это. Юдиштхира просит это благословение. Судама, цветочник, просит это благословение. Прачеты здесь просят это благословение. У самого Господа. Лицом к лицу, стоя с Господом, Притху Махарадж просит это благословение. Лицом к лицу, стоя перед Господом, они просят, дай мне, пожалуйста, общество твоих преданных. Где можно про тебя слушать и тебя прославлять. Это абсолютное благословение. И тут я задумался, так оно же уже есть. Все, есть, вот мы вместе говорим про Кришну. Надо просто встречаться и говорить про Кришну. Все. Я задумался, что оказывается, очень повезло. Оказывается, жизнь уже удалась. Да? Есть возможность быть с преданными и говорить про Кришну. А что еще нужно? Нет выше благословения. Говорится, нет выше благословения. Выше благословения, чем это, нет. Даже Кришна перед лицом, но выше благословения – это с преданными обсуждать славу Кришны. Это благословение выше. Так что у всех вас это благословение, всем вам это благословение доступно. Пользуемся ли мы этим благословением? И в какой степени? Потому что, хорошо, мы все здесь, это проявление искренности в том, что мы пришли, вместо того, чтобы спать где-нибудь, мы пришли нашим Адбхагаватам. Но помимо того, это Шримад Бхагаватам с 8 до 9 на самом деле.
Шрила Прабхупада сделал это официальной частью программы, а в остальной жизни мы это делаем или нет? Тогда, как мы знаем, что настоящий преданный – это Мадьям Бхакта, и Мадьям Бхакта – это тот, кто Кришне поклоняется. Ишваре тададхинешу балишешу двишатсу ча према майтри крипопекша я короти сама демаха. Он Кришне поклоняется с любовью, невинным, к невинным проявляется страдание, к завистливым проявляет безразличие. А с преданными он тададхинешу, на самом деле даже не говорится, что там они там преданные, тададхинешу имеется в виду его подчиненные, те, кто подчинил себя Кришне. Адхина, те, кто подчинили себя Кришне. То есть не обязательно, что у него должны быть 6 звездочек на погонах и 3 медали или 4, ну я не знаю, там, может кто-то видел. Ладно, не буду. Куча орденов на груди, да? Тададхинешу. С равными, на самом деле. Он короти. Культивирует, развивает дружеские отношения. И дружеские отношения с Кришной в центре, то есть они говорят про Кришну. И вот сколько мы говорим про Кришну с друзьями. Во-первых, есть ли у нас друзья в сознании Кришны? Если у кого-то нет друзей в сознании Кришны, то его нельзя назвать даже преданным второго уровня. То есть нельзя даже назвать, по большому счету, преданным в соответствии с читанием Чаритамритой. Потому что Каништа – это день преданного, говорит читание Чаритамрита. И мы видим в свое время Ядунанан Махарадж для своей диссертации на магистра сделал исследование «Падение саньяси в Искон». И он их всех там попытался найти, разыскать, встретить, взять у них интервью. И он говорит, что все они выделили один общий фактор, который оказал самое большое влияние на их трудности, это изоляция, изолированность, отсутствие друзей. Но отсутствие друзей – это не только тяжелая участь, результат прошлых действий, это результат нашего бездействия сейчас. То есть нужно кого-то признать равным. Представляете? Ну, примерно хотя бы, да? Раз. Потом нужно дружеские отношения. Это взаимное какое-то служение, уважение и помощь. Два. И самое сложное – это потом, если что-то нам не нравится, терпеть, прощать и все равно поддерживать дружеские отношения. Это самое требовательное, потому что именно в этих отношениях мы быстрее всего избавляемся от ложного эго. Скажем, кому-то там давать наставление, да, милость проливать. Это так, оно еще сложно, да, но это еще так, нормально. Вот. Если видим кого-то явно старшего, тоже принимать наставления, это тоже более-менее так естественно. Но кто-то равный, и потом он что-то как скажет нам, или наоборот, как не скажет то, что нужно. Здесь как раз и приходит тот момент, когда нужно этот встревоженный кусок ложного эго взять и Харе Кришна его выбросить. И он быстрее всего, очень быстро человека освобождается от иллюзии ложного эго. Поэтому хотя бы 1, 2, 3, 4, 5 надо. И не говорится, что ему не спосланы, говорится, ях короти. Он делает. Он сознательно прилагает усилия, сознательно действует для того, чтобы установить дружеские отношения.
И если человек действует таким образом, мы видим во всех культурах эти формы поведения, описаны как формы поведения, которые устраняют все препятствия на пути к совершенству. И тогда можно обрести совершенство! Харе Кришна! Харе Кришна! Харибол, Харибол, Харибол. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. Сочтем это знаком Кришны. Есть ли вопросы, дополнения или возражения? Или я всех запугал? Я всем надоел. Ой, это такой стих вообще. Очень. Ну, он 5 раз буквально повторяется, а в пересказе он не так много повторяется, как прославляющий общение с преданными. А тот, который 5 раз повторяется, я вот один из них вам сейчас приведу, чтобы вы потом его нашли, так как он буквальный. Вот. Он, кстати, здесь, в предыдущей главе, повторяется 2 раза, дословно, слово в слово повторяется. Например, 29.35, 29.73. Переводы в разных местах немножко отличаются. «Артхех явидяманепи» – «сам сретирна не вартате», хотя объекты, видимые нашим глазам, являются не настоящими. Самсритирна невартате, повторяющееся рождение смерти, рождение и смерть не прекращаются. Почему? Дхаято вишаяна ся сапне нартагамуята. Потому что также не проходит сон, потому что мы медитируем на наслаждение объектами чувств, так же как сон не уходит, если человек медитирует на то, что он там видит во сне. То есть этот стих сравнивает мир материальных наслаждений со сновидением и объясняет причину, почему мы остаемся в иллюзии. Потому что мы продолжаем медитировать, дхаято вишаян ася, мы продолжаем устремлять свой ум и разум к наслаждению объектами чувств. Вот, вот этот 5 раз дословно повторяется. 3-й, 4-й, 2 раза. В 11-й 2 раза. Вот. Ну, а в пересказе там еще много раз он повторяет. В других формах. Харе Кришна. Поэтому нужно, находясь даже во сне, думать про Кришну. Мы все получаем много обучения в этом плане. Каждый день у нас есть сессия для этого, утром с 8 до 9, да, чтобы даже наш сон был связан с Кришной. Направлен на Кришну. В обществе преданных. И тогда, постепенно избавляясь от привязанности, правильно определяя свои цели, мы пробуждаемся. Сначала наш сон становится осознанным, а потом мы из него выходим в реальность. Свежесть. В соответствии с Мадхурья Кадамбини, Вишна Чакрати Такура никогда не устает преданный на уровне ручи. Ему неведомо чувство. Вернее, он знает, что такое усталость, но эта усталость у него экстатическая. Он устал, но он все равно в экстазе, все равно может продолжать сколько угодно. Хоть 30 лет или 50.
и Вишна Чакрати Такур в Мадуре Кадамбине никогда не стесняются приводить очень яркие примеры. Наверное, это вот как раз для задач вывода из состояния сна во время лекции. Потому что они говорят, что это как секс. Как любовники могут провести ночь, посвященную сексу, и они могут быть уставшими, но счастливыми. Авторитетное сравнение с Мадуре Кадамбине Вишна Чакрати Такур. Да. Я помню, куда-то приехал, и меня спрашивают преданные, ну что, как ты? Я говорю, так как Вишна Чакрати Такур говорит, уставший, но счастливый, как после секса. Он так посмотрел, говорит, что ты такое читал? Экстатическое, что ты. Ну, у нас даже во введении в Бхагавад-гиту там такие скандальные примеры приводятся. Ну, это так специально, да, что если вы видите, что аудитория начинает как-то погружаться в слишком глубокие раздумья, в этом раз такой пример привели, и все сразу. Освежились. Ручи дают вот эту неприходящую свежесть. Какие-то отблески, естественно, будут всегда. Какие-то отблески. Кто нашел в своем опыте, что вы читаете, перечитываете... нужно сделать дисклеймер. Все должны строго следовать четырем регулирующим принципам. Несмотря на то, что я привел пример из Вишна Чакрати Такура, это не означает, что мы... Окей, все, да? Надо вставлять, наверное, да, а то иногда люди что-то неправильно понимают. Строго четырем регулирующим принципам, как Шрила Прабхупада говорит. О чем это я говорил? Что отблеск этого на всех уровнях бхакти полно отраженного экстаза с самых начальных уровней. Да, читаешь и перечитываешь. Вот у кого есть опыт, что вы перечитывали там то, что вы читали уже 10 раз, и вдруг вы находите что-то новое. Бхагаватам, да? У всех есть. Вот. Всегда свежее, всегда новое. Божество. Да? Видели вы их уже 3000 раз, потом раз смотрите, и они опять новые. Да? Был такой опыт? Да? Вот. Это Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. Домашнее задание. Разыскать равного. Хотя бы одного. Признать его равным. Подарить ему что-то, что-то как-то услужить. И с ним поговорить про нектар Кришна-катхи. Хоть чуть-чуть. Харе Кришна. Спасибо большое. Ванчакал, подруби, ащакал.